Сергиевский район заявил о завершении пика паводка 2023, который стал для всего региона настоящей проверкой на прочность. Самая опасная талая вода в этом году поступала не из русел рек, а с прилегающих к селам территорий, с полей. Эти условия создавали промерзшие сильнее, чем обычно, почвы и мартовские дожди. Вода напитала снег, уходить ему некуда, поскольку там все, и началось все активное снеготаяние и пошло в населенные пункты. Вода никак не проходила в грунт, поскольку он на 1,5-метровую глубину заморожен, там лед. Первыми в Сергиевском районе о приходе паводка в 2023 году заявили Черновка, поселок Сок и село Сургут. Потом дали о себе знать талые воды в Боровке, Отраде, Антоновке. Усилия жизнеобеспечивающих служб не допустили подтопления на улице Железнодорожная в Суходоле. И только потом начал активно расти уровень в реках Сок и Сургут. В этом году уровень большой, но не рекордный. Он достигал 4 метра 61 сантиметра. В среднем у нас до 4,82. Опасный, я напоминаю, от 5 метров начинается. Это когда уже идет вода в дома. На 3 апреля уже можно было спокойно утверждать, что пик паводка остался позади. Хотя пойменные территории от Черновки до Большой Чесноковки сейчас в воде, а озеро Банное вышло из берегов, ежедневно уровень рек падает.